идеальное решение для этой осени, стильное решение. Это не просто куртка, это куртка-жакет, которая выполнена из эко-кожи, но от настоящей кожи не отличить. Представляет сегодня это уникальное предложение для вашего сезона Микола Комедров, ваш персональный имиджмейкер. Идеальная куртка от южнокорейского производителя. Мы с вами знаем, что эта компания и страна лидирует как раз по изготовлению изделий, полностью имитирующих натуральные продукты. Перед вашими глазами красивая, элегантная трапециевидная куртка из эко-кожи. Но она настолько напоминает натуральную кожу, что очень сложно как раз-таки при первом разборе это определить. Хорошо скручиваемая из кожи, гибкость, пластичность, форма и, самое главное, непромокаемость, потому что в дождливую погоду вы будете чувствовать комфорт, а самое главное – получать комплименты от того, что вы носите ее на себе. И, конечно же, трапециевидный силуэт, крой у нас с вами, как и на пальто, свингер плюс у нас с вами здесь добавлены рукава-регланы, обеспечивают удобство ношения и, самое главное, универсальность посадки для всех типажей фигуры. У нас есть 4 цвета на выбор. Мы сейчас видим красивый на Нике цвет, называется он голубой. Микола называет цвет безмятежности. Очень эффектно он выглядит. Вот он, смотрите, сейчас на нашей Евгении. Евгений сочетает с платьем, который вы также можете заказать в нашем эфире. Цвет... Платье называлось Арнелла. Куртка София зеленого цвета, как и выбирала наша Ольга. Далее у нас куртка София красного цвета. Это мой выбор. И черный цвет как раз уже выбирает сама Евгения, потому что это классика жанра, никогда не выйдет из моды. Внимание, у нас цена снижена дополнительно на 1000 рублей. 3999 рублей цена. Добирайте, например, джеггинсы, юбку или платье, или блузу, или мою водолазку, находку дня. И у вас уже будет бесплатная доставка в любую точку России. Итак, размерный ряд от 50 до 60. Микол, подскажи, по размерам сложно определиться? Так как у нас с вами здесь помогает трапециевидный силуэт и крой с рукавом регланом, мы будем с вами выбирать как четко своего размера, также можно взять в размер плюс, если вы хотите добиться более свободного силуэта. На девочках все куртки представлены четко их параметров. 52 в черном цвете на нашей Евгении, 50 в цвете голубом безмятежности представлен на нашей Нике, и красный оттенок такого классического цвета в 50-м вы видите на Лене, хотя Лена 48. Просто старт идет у нас с вами от 50-го, поэтому Лена как бы вам демонстрирует, что если вы даже 48, вы можете запросто для себя взять 50. Слушай, а мне очень нравится, потому что она так свободна, она очень красиво сидит, и при этом фактура уникальная. Вот ты знаешь, я вспоминаю, да, вот у нас еще в 90-е годы, когда пик был вообще кожаных изделий, но при этом привозили нам в город и кожаные изделия из кожзама, и именно этот кожзам, он, знаешь, колом стоял, он был такой твердый, его было сразу видно. А вот здесь я смотрю на нашу куртку Софии и понимаю, что фактура натуральной кожи даже прослеживается. Как отличить? Найдите 10 отличий, как говорится. Да, современная эко-кожа полностью отвечает качеству именно изделия, при этом она не дубеет на морозах, и даже в последнее время стали делать пуховики из эко-кожи, тоже стеганые, зимой прекрасно в них ноги ходят. У нас даже у некоторых коллег они тоже есть. Мирия полностью имитирует натуральный продукт, действительно ее свойства. Я уже неоднократно делал именно этот процесс. То есть, да, мы с вами можем ее даже подскручивать. То есть, свойства обладает натуральной кожей. Да, как свойства обладает именно натуральной кожей, такой лайки, пластичной, да, и вот. Ого! Смотрите, ничего с ней не происходит. Да, при этом остается именно вот это движение борозды, потом вы ее прогладиваете, и смотрите, все исчезает. Идеально. А внутри что? У нас с вами атласный шелковистый подклад полностью размещен. Он также имеет здесь специальный защип для того, чтобы именно подкладка тянулась при вашем движении, при этом он очень плотный, такой, знаете, непрозрачный. Видите, он как хорошо работает у нас с вами. И прострочен он полностью по ГОСТу, она вся оторочена, она вся идеально. Ее не стыдно то есть раскрыть. Такая вещь класса люкс, премиальное качество для вас и при этом самое модное. Мы привыкли, что куртка, да, закрываем глаза и представляем, куртка что-то объемное, что-то бесформенное, квадратное, но раз, или полуспортивное. У нас сегодня жакет, куртка именно в стиле первых леди, которые никогда не выходят из моды. И вот я хотела спросить, а модны ли такие варианты в кожаном исполнении именно классических дизайнов? Да, классический дизайн даже еще универсальнее, потому что куртка-косуха, это, конечно, все замечательно, но не все по статусу ее могут себе позволить. А вот такие жакетные группы из эко-кожи или кожи, они очень актуальны. Даже, видите, тренчи, плащи представлены во многих подиумах. Мы сегодня с вами будем
создавать такой эффект плаща с помощью еще дополнительного жилета. Я вам чуть позже об этом покажу. Но, конечно же, вы еще раз можете убедиться в практичности эко-кожи. Она тоже не промокает. И, наверное, самое лучшее предложение для осеннего периода. Хотя я знаю людей, у которых особый стиль гранжа. Они носят даже кожаные изделия из эко-кожи даже летом. Да, поэтому выбирайте сейчас. Многие носят и летом, многие носят и осень, а многие зимой носят в качестве жакета. Напоминаю, что это уникальная цена 3999 рублей, и вы получили дополнительную скидку в 1000 рублей. Успейте дозвониться. И вот правда, посмотри, это же ведь не та куртка-косуха или спортивная куртка, которую, ну, не каждый возьмет себе, например, и на работу ходить. А здесь именно классический жакет такой с красивым воротником в стиле Коко Шанель. У нее еще есть дополнительное преимущество. Куртка-косуха все-таки она такая прям вот верхняя одежда. Ее в помещении навряд ли вы будете в офисе носить, например, зимой с юбкой-карандаш. А вот эту куртку можно перенести в качестве жакетной группы. И вот так образ, какой вы видите на Евгении, запросто мог бы быть или твой образ, или Ники на работе. То есть вы приходите на работу в своей любимой шубе, а под ней остается эта курточка в качестве жакета. Ну, а можно замерить, например, пройму, да, чтобы вы понимали, да, как он будет располагаться на каждой из нас? Рукав у нас с вами 58 сантиметров. Не знаю, зачем я это вам делаю. У нас с вами рядом в таблице все это уже давно описано. 44 рукав у нас идет в свободном падении. При этом дополнительно можно пододеть даже более плотные свитера. И самое главное, подмышечная пройма составляет у нас в окружности 70 сантиметров. Слушай, как девчонки терпят, потому что ты вот когда их замеряешь, я представляю, тоже, наверное, щекотно. Но мы, главное, понимаем, что подойдет именно для нас. Это эффектная, стильная кожаная куртка. Жакет в стиле Коко Шанель и при этом из потрясающей цветной кожи. Голубой оттенок, очень красивый, изысканный, зеленый, благородно смотрится цвет хвои. Я выбираю для себя красный цвет, яркий, вы также можете это сделать, осенью это будет очень красиво. Есть еще один цвет, который называется черный, это цвет классический. Цена снижена дополнительно на 1000 рублей, 3999 рублей. Добирайте джеггинсы, например, мою водолазку, которая является находкой дня, и у вас уже будет бесплатная доставка. Звоните прямо сейчас, потому что в первые 8 минут у нас было распродано более 200 таких курток. Делайте первый заказ.